Кабулра игорда алышылгой маджи сардыдар ахшчак сауы. Нырфейданын ярджетін фада атважын комкомы доктор тимы фембалын шафаршытын зоппыты бажуынын аппатусы гынынты фажындышты зарождение жизни клубыр ваджы. Сагат Кавказы фыцаг лаварш колау. Нок фада тытық хайразурзан мемкуша гуажиты зелина. Фембалдах чагдар фарштата ю ртыка главар кон скрининг каяй штойвуй. Анкал саушал гуймактанай налканын сныр афазы барс. Фала докторта шахадагдар куджагын сафтамай, шабима чен калмакашы удонан докторта валдайр кашт, пайдайтама жан нерхашсан. Ништа губымаш паракана нишармашт фаштаг скрининг руаджу. Если первый, второй скрининг, они важны по закладке органов тканей, по формированию плаценты, то третий скрининг дает важную информацию, допустим, по размерам плода. Есть, конечно, объективные методики определения размеров плода, но более точно мы по УЗИ можем определить размер плода, количество околоплодных вод, доплерометрические показатели плода. Фембалдар хайтой ртынчышгай фылдар. Доктор уйдишыне втауы. Фиден мадал тамбира фарштыта еш. Арын дома ахчак дарай савыр заумытта ишкашты. Аналисты баракананта савыр куама ой. Самыгышка кауы кесерова канын. Анкал саушыл гоймак тышк оласагат Кавказы никуыд. Зарождение жизни жага клуб. Шифы цагбынат. Доктырты ама пациентка такам ырнхашканын сахам. Специалисты алкама дарбай куштой. Олдайр гумаждах дуй фыт Зак Шабима Чингалмакаша у дома. Персонал приветственный, на все вопросы отвечает, как бы уже, ну, знаешь, куда заходить, куда приехать, уже спокойно видели, нам показали родзал, показали послеродовые палаты. Уйфа штата самоди шаг экскурсии, шелгой мактан равды штой арандон, шевала туат, фала дуазам бнатта, лавар школа пайдау фидан на ярок шовын кайфанды удонандар, ахам шелгой мактан докторта даттынц шахьяман динатта. В первый раз я не в этом роддоме рожала, и ну, хочется поближе, ну, поподробнее узнать о процессе родов, а потом о пребывании матери и ребенка. В первый раз я пришла уже в самих родах, заранее не была в роддоме, поэтому как-то психологически было сложнее. Нартака арзертой анкалсавшал гуймакты физиологии Кудаев тауул. Дартер фимбалты савар тема тылнахаш саузан. Ой, равжарзышты шахадаг. Амбырты аражзышты кури юхат фащихор. Беременные приходят на роды неподготовленные. Это создает дискомфорт в первую очередь для них, для самих. Потому что они не знают, как вести себя в первом периоде рода, во втором и в послеродовом периоде. И что очень важно в послеродовом периоде уже с новорожденными. Мы, в свою очередь, на базе нашего клуба постараемся женщинам объяснить, как протекают роды, что роды – это все-таки физиологический процесс, какие методы обезболивания существуют, как это все переживать, как правильно дышать. Анкал саушыл гоймактын школа байгом каным ванд коттой салдыра жыражма. Кутагн дарватин пандемия яхошай. Отшай рагдар отшыл гоймакты ананиждин адбақ аққынын. Ныртакы шымбырт коттой дуок орды. Хибафыша ниш арын доны социалын хожакты фарсы. Уажит Залина Дана Малышева, Бажика Талана и Раштон Хабарта.